Че ты машину заглушил, дебил? Все, приехали. Сука, блядь, блядь, нахуй. А как его отглушить или заглушить? Да как его отглушить? Друзья, ну что ж, всем привет, с вами Супер-Джим Лестер, это у нас МТА Провинция, ребят, 6-й сервер, ссылка в описании, можете перейти, как бы, скачать и играть вместе с нами, потому что я играю на провинции почти, как бы, каждый день, и, как бы, шансов встретить меня, ну, очень много, так что, друзья, залетайте, а еще, как бы, если я вас встречу, то дам вам бабок на развитие, так что, пацаны, залетайте, как бы, поиграем вместе, потому что, повторяю, то, что я играю почти каждый день. Короче, друзья, сегодня у нас будет очень интересный ролик, брат. Сегодня я буду говорить данному молодому человеку, к сожалению, абсолютно на все да. То есть, успокойся, да вы серьезнее. Короче, друзья, сегодня я ему буду говорить абсолютно на все да. То есть, все, что пацан мне скажет, то как бы я это сделаю на провинции. Так что, друзья, начинаем. Надо поставить лайк. Если как бы вам меня жалко, надо, пацаны, тоже поставить лайк. Короче, ну что ж, начнем уже. Да, и меня, если жалко. Тебя, а почему, как бы, тебе должно быть еще жалко? Даже, да пофиг. Не смог, короче, пацаны, придумать, ну, короче, окей, хорошо. Давай, как бы, сядем в мою карреру, Ребят, я же ее купивал. Да, ты ее, как бы, купивал. Короче, ну что ж. Это самое. Ты можешь, как бы, уже начинать и говорить мне свое первое желание, как бы, я это сделаю обязательно, потому что я, как бы, что? Короче, сейчас, короче, эту Porsche, да? Не скажи продай. Тебе надо ее продать и купить самую крутую машину в мире, BMW. Не, Жигули тебе надо купить, Найт. Я сказал, мне Жигули надо купить. Хорошо. Твое первое желание, чтобы я продал Porsche и купил Жигули. Да. То есть мой автопарк, пацаны, полностью ухудшается. Как бы у меня уже есть Лада Приора. Сейчас будет еще и Жигули. Вообще отлично. Спасибо, брат. Ты как бы прям увеличиваешь, короче, как бы, стоимость моего автогаража. Делаешь черный цвет. Оперскую, что ли, сделать? Да. Короче, пацаны, едем в автосалон, продаем эту машину и делаем оперскую. То есть покупаем оперскую Жигу. Семерку. Спасибо, родной, я тебя люблю, ты сам знаешь. Все, пацаны, поехали в автосалон. Конечно, жалко мне Порша, но хорошо, пацаны, как бы, раз, как бы, ролик. Что ты делаешь? Все, пацаны, поехали в автосалон. Так, друзья, мне, честно говоря, максимально жалко Porsche, потому что он просто управляется максимально хорошо. Ты тварь, как бы, запомни это. Вот тут, как бы, хорошо. Короче, продаем. Вот вы, вы где-нибудь видели, чтобы человек его продавал Porsche? Стойте, а потом Жигули. На Жигули надо этот, как его, всем говорить: ребят, смотрите, это мои Жигули. Короче, ладно, я продал Porsche за 9 лямов просто в гос. Я не верю своим действиям, то есть, как бы, то, что сейчас, вот ты это хочешь? Да, семерка. Черную? Да. А Тверская панда. Я продал Porsche, чтобы купить Жигу, алло. Я продал Porsche, чтобы купить Жигу. Пацаны, можете за эти поставить лайк? Жигули. Окей, твое следующее желание, братан. Да, какое она медленно, она просто не едет. Смотри, тапка в пол. Она просто... Мы, по-моему, сейчас до моего дома доедем за 2 дня просто. Окей, твое следующее желание, давай. Мое следующее желание, короче, тебе... Мне не нравится уже твое лицо. Надо взять Жигули, да? Надо взять Жигули, да. Да. И у какого-то этого человека ее взорвать. То есть я должен сейчас сверху еще взорвать Жигули, за нами полиция. За нами полиция. Боже мой. Четко, братан, четко. Я тебя люблю. Я как бы только что купил машину, а за нами уже полиция. Я тебя понял. Все, как бы, с полицией проблемы решились, то есть их, как бы, и не было, потому что я ее, как бы, реально только что купил, и, как бы, хотел меня шифровать то, что я был без номеров, но все, как бы, окей. Так, что там было твое следующее желание? Взорвать у какого-то персонажа из этого. Короче, пацаны, следующее его желание, чтобы я просто взорвал Жигу. Молодец, братан, я тебя люблю. Короче, поехали взрывать Жигу. Меня просто окружила полиция. У полиции. Мне, как бы, что-то вообще не страшно. Как бы раньше мне было все страшно, теперь, как бы, я абсолютно чистый. Давай, встанем, братан, давай, ешка против.
Жиги он мне подрезал, спасибо. Кстати, эта жига прям нормально так боком. А давай я в следующем ролике прокачаю эту жигу. Набираем по данным роликам 1500 лайков. И в следующем ролике я сделаю дрифт корч из жиги. Так что ставим лайки. Так, друзья, пока что второе желание брата было, чтобы как бы я дал ему баранку, как бы чтобы он порулил. Так что на, братан, как бы сегодня я под твоим контролем полностью. Давай посмотрим, на что ты способен в вождении, потому что в жизни как бы ты неплохо водишь. Как бы ты поцарапал мне машину, спасибо. Смотри. Фу-ба. Маменький дрифтер, боже. Ты что творишь? Она и так еле. У нас бензина 0, дебил, езжай, она заглохнет. У нас 8 литров бензина. Давай езжай, тапку в пол. Эта машина реально быстрая. Прям она, ребята, она прям очень быстрая. Она быстрее этого. Быстрее самого Жигули. Она прям охуенная, ребята. Вот такая. Я с тобой озеро. Короче, ребят, смотрите, аперской дрифт. Аперской дрифт. Просто в дерево, молодец. Крутой аперской дрифт, братан. Я тебя люблю, ты мой брат. Ребят, короче, смотрите, сейчас мне надо разгон набрать. Я сейчас разгон наберу, ребят. Я такой, сейчас я аперской, при аперской Жигули дрифт сделаю. Короче, уебальня, охуительно. Я сам умер. Сейчас мы реально умрем, у нас хп мало. Я ебанутый водитель, бля. Я сейчас просто охуен. О, смотрите, ребят. Хупа! Куда ты едешь? Дрифт был. Это был не дрифт, а... этот. Хорошо, просто не буду тебя обижать. Че ты машину заглушил, дебил? Все, приехали. Сука, бля. Нахуй. Как его отглушить? А как его отглушить или заглушить? Да как его отглушить? Что сделать? Как его отглушить, Руфан? А как его отглушить? Можно завести? А, заведи так. Заведи. Давай машину отглушим, ребят. В нокаут кинем машину. Так, давай, окей, взорвем жигу. Давай, пошел. На нахрен. Как бы, а как... можно я взорву? Давай, взрывай жигу. Пацаны, и вот третья, короче, просьба. Он сейчас должен взорвать эту жигу к хреням собачьим. Даже стоп не может уехать. Дебилой, давай, давай. Взрывай ее нафиг, давай. Взрывай ее. Взрывай, взрывай. На. Ладно, давай в больницу. Ты не сможешь сейчас. Друзья, короче... Все, хватит с себя. С меня тоже. Друзья, на этом у нас все. Если как бы вам данный ролик понравился, иди в попу, Сережа, типа. А, не кусай! Друзья, короче, все. Всем удачи, всем пока, всем спасибо за просмотр. Опять начинаешь? Нет! Нет! Друзья, короче, все. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч. Я вас всех люблю. Спасибо, но как бы целую по-братски. Лайк!